Чтобы вы, ребята, понимали, это у нас сегодня какое-то число. Я никогда не видел морпеха с сигарой в зубах. Люблю запах напалма. Смотрите. Стоп. Я хочу сказать, вот братва стоит. Я никогда не видел двухметрового мужика с сигарой в зубах, который, блядь, со словами «русский корабль, иди нахуй», залез в эту будку, блядь, туда такса не влезет, он влез, блядь. Вот это... Желание убить. Жизнь захочешь, не так раскорячиться. Это... Да потом сделаю. Это просто пиздец. Братва, блядь, красавцы мои. Блядь, смотри, какие маджахеды. Это чеченец отбился, мы его взяли в плен. Он говорит, поляница. Хорошо, все, он с нами. Смотри. О, корреспонденты наши, все. На память детям. Вот, смотри. Говорят, у нас американцев нету. Посмотрите на этого щирого американца с канадщины. Джентльмены, мы готовы. Лицо сюда.